Известно ли вам такое выражение, как личностный рост? Я уверен, что да. И, конечно, вы знаете, чтобы реализовать свои мечты, вам нужно постоянно развиваться. За свою жизнь я встречал много людей, которые достигли определенных высот и на этом останавливались. Их устраивал тот уровень жизни, к которому они пришли. Их устраивал их уровень дохода. И они останавливались, причем останавливались во всех смыслах. И в личностном, и в финансовом. А все потому, что ничего не происходит само собой. И личностный рост не исключение. Сначала, пока мы растем, этот процесс происходит естественно и спонтанно. Именно так и задумала природа. Дети находятся в постоянном развитии движения. У них есть тяга к новым знаниям и впечатлениям. Когда люди становятся старше, то круг их интересов сужается, частенько ограничиваясь всего лишь диваном и телевизором. Все дело в том, что когда мы становимся взрослыми, мы должны взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Щедрая природа дала нам все для того, чтобы мы могли реализовать свои самые смелые мечты. Она наградила нас талантами и способностями и открыла перед нами мир на пол прекрасными возможностями. Теперь мы должны действовать сами. Личностный рост не происходит сам собой. Кто-то считает, что со временем у нас появляется жизненный опыт. И поэтому сами по себе мы становимся лучше, мудрее, совершеннее. К сожалению, это большое заблуждение. Более того, если целенаправленно и систематически не заниматься своим развитием и самосовершенствованием, то неизбежно происходит деградация. Вы должны взять процесс собственного роста и развития в свои руки. Только так вы сможете поддерживать у себя достаточно сильную мотивацию. Для того, чтобы обучаться постоянно чему-то новому, постоянно развиваться духовно и эмоционально. Каждый день вам нужно добавлять что-то в свою копилку знаний, навыков и умений. И именно вы решаете, развитие в каких сферах вам важно именно сегодня. Может быть, это финансовые вопросы, или лидерство в построении команды, а может, это физическое развитие или духовный рост. Эти сферы могут со временем меняться и дополняться, потому что меняются ваши цели, взгляды и приоритеты. Вы растете. Это постоянный процесс вашего непрерывного развития и самосовершенствования. День за днем вы сами создаете из себя ту личность, которой вы хотите быть. Только тогда вы получите именно тот результат, к которому вы стремитесь. И только тогда вы раскроете свой потенциал на 100% и сможете получить истинное удовольствие от собственных достижений.